Какой-то этот чувак странный. Почему? Носит броню от Джаггернаута и, ну, и аптечки. Что-то тут не то. Мы можем купить сумку с патронами халявно. Могли купить сумку с патронами и жизнями. Да, думаю, быстро справимся. Да, стоп, пошли. Это не тот уровень. О, я лазерный прицел нашел. Класс. Класс. Вот он. Нашел, как он включается? Ай, моя нога. Я нашел его, да. Ну, в смысле, купил для себя. Момент. Все, я теперь доволен, как черный слон. Почему черный? А какой я? Белый? А почему слон? Ну, потому что доволен, как слон. И еще есть. А, вот он, вижу. Довольно забавно, что ты выбрал со словосочетание черный слон. Тут есть этот, один работодатель, погонял слон, и он черный. И то есть моя пила здесь вообще не важна была, да? Нет, она внутри, там надо ячейки вскрывать, ясно, как в банке. А, Харим, даем. Опять твои, блин, эти что? Ломаются. Забей, не чини, сейчас я сделаю получше. А, все ясно. Сейчас будет бум. А вон тупо чини, на нее мне не хватит. Там, значит, сзади на вас уже нападают. Погоди, погоди, сейчас я закончу и погнали. Есть. Вам сюда. Я бегу. Я уже внутри. Так, что вскрывать? Все. Направляешь? Ну, прям на замок. В замок целься. Я там и запила. Я отвертку почему-то. Не-не, к этим. Стреляй. Ну, понял. Пила, короче. Ай, блин. Ё-моё, откуда их столько? Снайпер. Так, у меня пила сломалась. Ничего. Я все открыл. Вижу. Все, забирай. Что, тут много сумок будет. Я знаю. Складывай куда-нибудь. Перечлепую, и все. Машине бросай, я пойду займусь вот этой штукой. Ну давай. Блин, еще 60 секунд. Ай. Фига их там. А, тут еще одна машина есть. Что ж мне никто не сказал? 51 секунда. Чё, гаденыш, думаешь, я в тебя не попаду без лазерного прицела, а? Так, чиню. Чини. Чиню. Чини. Да ё-моё, чё такое? Я только починил, тут же сломалось. А я чё, у тебя опять китайская поделка? Ой, завалили. Сволочи. Мистер Крутой. Мистер Крутой, это фильм с Джеки Чаном. А, нифига, мне пнули так, что я уехал, пока лежал. Что это было? А, не могу тебя спасти, погоди. Пиздит сумки, пиздит сумки. Блин, есть. Меня убили. Нет, я еще живой. Да ёбарыс это. Нет, ты еще не живой. Я полу живой. Зомби. Да, кидай сюда. Вот тут надо... Вот здесь. Есть, я пошел вскрывать следующую. Сейчас я починю мул. Так. А, отлично. Класс, у меня кончились эти пилы. Че? А у кого патроны? Хаима, доська, мешочек. Сейчас. Харима, кидай мне эти. Вот. Вы под машину не кидайте, а то я один раз закинул, достать не смог сумку. Все, есть. Давайте помогу немного. Не понял, кто? А, все, верно. А, блин, сам справился. Да, давай. Жамкой. Чувствую себя ничтожеством. Я не вижу, кто это меня стреляет. Снайпер? Кто еще? Нет, не снайпер. Уже снайпер. Вот он. Блин. Все. Нет, не все. Пила. А теперь все. Сумки, кидай, сумки туда, сюда. Туда-сюда? Куда сюда? Вот, иди там машинка. А, стоп, машина уже приехала? Да, уже приехала. А, ну тут. Закидывайте. Поднимай меня, краты.
Не могу, а меня стреляют. Есть. Я его завалил. Ты лежишь, Хрим? Или ты все уже? Все. Не нужно точно лечить. Ну, это же из команды А этот, УАЗик. Или машина. Из фильма. А-а-а. Ну, красная как-то полоса. Уничтожили в самом начале. Да. Чёрт, опять? Нечестно. Канонично вообще-то они ее не уничтожали, если сериал смотришь. Да. Может потом еще одну купили? Это же считается как Origin, вот этот фильм. Источник. Кстати, фильм прикольный. Ага. Все, в танки падали, это вообще было. И упоминание игры Call of Duty там тоже было. Ага. Может кто-нибудь дать мне лекарство? Упс. Меня опять убили. Это был я. Это Жень Поли. А, щитоносцы. Если я... Сейчас разгоним. Только не подходите туда. Да я ухожу, все. Чао, чао. Так, вы давайте... Может почините эту? Сейчас. Прикройте кто-нибудь. Я ее от... А ну ли он? Дайте мне лекарство кто-нибудь наконец-то. Да сейчас, я иду. Бегу. Я к машине его ложу. Давай. Все, бери. Около тачки. Вижу. Че, сумки забрали же оттуда где-то? Я уже побежал. Да. Сколько осталось? 30 секунд еще, блин, я не доживу. Ходи. Сколько у тебя там лекарств? 2? Что именно? О, ладно. Ой, как я люблю лазерный прицел теперь на своем Томпсоне. Так, скусти там 20 секунд. Оу. Кто ты там такой умный, а? За машиной белой спрятался. Черный мужик тебя все равно найдет за белой машиной. Опять снайпер. Есть. Все, я внутрь. Вам пила еще осталось? Да, еще две. Задела. Теперь одна. Да. Быстро ты. Так вы только мне не мешайте, я не вижу, что пилить. Я пилю чуть-чуть. Веру. Маску. Вот. Веру. Все, можете собирать. Больше. Вот. Стоп, Хрим, отойди. Веру. Ништяки. А, вот. Мне не хватает на последний этот. Вскрывайте. Давай, вот я так. Открою. Прикрой меня. Есть. Я пока закину сумочки. Вот, впереди, у меня есть. Ну зачем? Ладно. Ух, ни хрена себе их здесь. О-о-о-о. Было. Что? Ой, было. Блин, да хрена. Тут сумка есть. Я, что сумки посреди дороги делают? Я тут знаю. Ой, у меня вообще патронов нету никаких. Все, все, валим, последние. А что вы смотрите на эти мешки? Сюда давайте. Куда он побежал? Не знаю. За сумкой. Все. Ура! Прошли! Ура! Тебе буду дома купаться в денегах. Нет. Ну если ты сможешь искупнуться в ВВВ. Сейчас, в 98 тысячах, то... У меня 402 тысячи лишних денег. Я не знаю, куда их девать. Можешь на них поглазеть, если зайти, выйти из игры, зайти в убежище, там найдешь в сейфе свои деньги, на столе будут лежать. У меня там 3 пачечки было. Ну вот. Будешь стоять на них пялиться. Стандартный военный прицел, нахрен мне нужен. Поставишь на Томпсон? Я с лазерным прицелом обойдусь на Томпсоне. Хотя... Так, чё? Что-нибудь еще разгромить? Сейчас выберем. Так. Во, вот что я искал. Автосалон. 307 штук. Пойдет. Вот этот шлем будет в тему на этой миссии. Подожди, мне пилу оставлять или не надо? Не. А что там? Оставлять? Окей, тогда убираю. А вообще... Нет, не надо. Там же... Что не надо? Там же, помнишь,
Мне есть жертва, надо скрытная. Да не надо там скрытная, я сейчас покажу, как надо. Ну, вперед. Мы уже однажды провалили. Я с пятого раза смог пойти в одиночку и получить вот этот шлем. Стик. Угу. Еще бы костюм стика и было бы отлично. А, кстати, одно время там был черный стик, по-моему, на первых сезонах. Да? Ну, я первый сезон не видел. По-моему, на втором сезоне. Ух. Так, вот. Короче, броню снимайте. А чё? А, она нам не понадобится. Ну ладно. Даже если поднимется тревога, броня всё равно не нужна. Ну тогда... Только мешать будет. Тогда я буду официальным человеком. Ну? Кстати, на актера какого-то похож, по-моему, персонаж. Ой. Этот... А, знаешь, такого похож? Ну типа, когда этот мем есть такой, surprise, motherfucker. А. Вот на него кажется, только не помню, что за актер. Какая долгая загрузка. Ой, сейчас скажу, что делать надо будет. А, жду для машины, пока не появится сигнал, заложить С4, закладывайте и бежите в мою сторону. Думаю, успеем уложиться. Ну ладно. Ясно. Окей, пошли. Вадим, броню можешь снять, мешаться только будет. Подожди, секундочку. А какого черта у меня костюм двойка? А, точно, он же влияет по-другому. Все, ладно, готов. Угу. То-то думал, мне скрытности не хватает, у меня же два Томпсона и зубная щетка. Ну да. Надо будет убрать зубную щетку, она сильно выдает. Арима! Сейчас, иду. Иду! Дорогой! Не стоит так говорить, не надо. Ну, вперед, Ханг. А давно вы знакомы, а? Я же говорил. Тебе как, близко или так? Не стоит вообще, лучше. А, стоп, нам надо просто стоять на месте. Так, окей. Да, ждите, сейчас. Ладно, ладно, я буду как мистер Ти стоять около своей красной машины. И, пожалуй, тогда нацеплю масочку. Эми Херман. Так, имя нашел. Теперь найти нужно компьютер сисадмина и хакнуть его. Не тот, не тот, опять не тот, да е-мое, сколько их тут? Чё, нас там обнаружили. Не совсем. Сейчас, когда действие глушилки кончится, тогда обнаружат. Как я люблю связывать людей. Там кто-то звонит. А, есть одно но, не бейте стекла, пока тревога не поднимется, иначе она включится сразу. Ты о чем? Кто разбил стекло? Никто. А, глушилка кончилась. В общем, хватайте С4, закладывайте, куда показывают, а потом ко мне. Ладно. Это так, будет как давайте управление по-итальянски, да? Мы взрываем пол, ага. О, все, я забил, черная моя. Первая машина моя, все забил. Даже не вздумайте трогать. Не гони, черная тачка для черного мужика. Обойдешься, он синюю возьми или зеленую. Тогда черная синяя. Тут две черных, так что все зашибись. Так, какая из? Да любая, сюда поднимайтесь наверх. А там есть розовый мини-купер? Нет. Ага, я на месте, ну. Короче, дверь сейчас откроется, там будут висеть ключи от машины. Харима, сюда, куда убежал? А то не успеем. Иду я. Ключи надо будут висеть на стене. Я вроде смотрю, что там. А, потом прыгаем, каждый хватает по машине и летим в тоннель. Только не сталкивайтесь, лучше по очереди. А там управлять надо? Да. Класс. Харима, не бей стекла. Да поздно, тревога вы заметили. Поднимется.
Какая? Страшнее, чем это. Есть. Так. Вот они. Хватаем. Еще. Можно один взять? Да, да, только один. Зараза. Все, черная моя. Да я синий. Эй, синий мой любимый цвет. Я уже поставил, я беру. Еще черная есть, давайте сюда заходим. Какого хрена? Вот козлина, он меня чуть не убил. Садись. Осторожнее на поворотах их заносит. Так, у меня нет прав, у меня нет прав. У кого они есть? Я не умею водить. Андеграунд. Мне надо было право получить. Вы чё, в GTA не играли, что ли? Ненавижу автосимулятор. А это Ханк, настоящий профессионал. Тачка убивается от ударов? Не, забей. Ну, то есть это мой стиль вождения. Да, единственное, что если за 4 минуты не успеем, то шлем не получим. Черт. Блин. Ну это проблема. Раньше всегда можно переиграть. Это большая проблема. Я не умею водить. Я думал, что не умею. А, кто поставил здесь стену? Эй! Я на месте. А мне еще ехать. Так. А, это стена. Какого черта здесь поставили? Где там, а? Вам-то еще далеко-далеко. Я, да. 400 метров. Ты че? Ух. А куда эту машину? Блин, вон контейнер сдала. А, сразу. Понаставили стенок. Кстати, на тебе. 30 секунд. Ты чё, творишь? Ща как буду как в фильме угнать за 60 секунд. Ну давай, Вап, ты съезжай. Я пытаюсь. Ханк, двигайся. Куда её, где, когда? Справа, быстрее загоняй. Видишь вот это? Вот это? Сюда. Это не то? Выпрыгивай, пофиг на неё, бросай эту хайновину. Ну всё, беги. Подожди, я не могу. Беги. Чуть-чуть не успели. Сразу. Сейчас перезапустим. Я не знал, куда контейнер надо ехать. Ну все равно прикольно. Все потому, что какая-то гадина забрала мою синюю машину. Я не люблю зеленый цвет. Чем тебе зеленый нравится? Расист? Он не подходит к моему черному оттенку кожи. Ой. Да, я готов. Ну, в общем, сейчас суть та же. Доехать живыми, да? Ну, хотя. Ну, это будет тяжело. Я заметил. Ну, извините. Я не на вас, что там построили такой узкий туннель с такими неправильно стоящими стенками. Конечно, тебе нужна автострада, да? Мне нужна прямая дорога. Ладно, поговорим. Забыл, где живешь. Прекрасную. Какие там есть машины, кстати, я не посмотрел. Ну, коль нет розового мини-купера, то это уже не то, что надо. Кловер, какого хрена так. Ты это? Да не знаю, это Кловер. Харим, отходи. Я хожу. Ну, чтоб тебя не поймал, это чувак. Все, он уже. Так, где его офис? Да, я тебя свяжу. Я фанат БДСМ. О, сейчас еще одну свяжу. Скажи, что ты еще смотрел 50 оттенков серого, да? Нет, не видел. Слава яйцам, а. Да ё-моё, вот неплохо, а. Я смотрел самый лучший фильм, последний этот момент, который был. Там, где Павел Воля лысый. Не хуже, честно. Фу, ещё бы чуть-чуть испалился бы. Чё, спалили? Офигеть. Чё, спалили? Да. Не совсем. Я имею в виду, что я нашел компьютер, и он казался самым последним по счету. Mm-hmm. И мы стопудово не успеваем. Успеем. Не успеваем. Нужен рестарт.
А, я только. Я должен установить это C4. Я должен установить это C4. Я установился, я установил это C4. Фиг ты. Или ты успел? Успел. Я смог. Нафига. Тут, в общем, надо найти еще правильный компьютер, а он может оказаться очень далеко, и пока будешь остальные искать, проверять. Понятно. Еще раз. Блин, как же ты долго получаешься, а? Я еще буду погружаться буду. Вот другое дело. Quiet, boy. Quiet. Ой, мы с другой стороны. Quiet или quiet, boy? Quiet, ну... Я не знаю, как говорить Шварценеггер. Не, просто quiet, boy, это что-то вроде педика с этого... С ирландского. Типа мальчик-педик, что-то подобное. Я не знаю, quiet, boy, это тихо мальчик или что-то такое. Ну да. Может, это не помочь? Там перебить, а то. Да не-не, тут все схвачено. Я так думаю. Че ты хочешь, я тебе зубы почищу, Хрима? А, нет, я облажался. Ладно. А никто стекла не бил? Машина машине считается? Давайте нет, да ё-моё. Ну, значит, то, что я выбил зубной щеткой стекло в нашей машине, не считается. Дай. Вот облом. Что, опять? Ну. Да. Что ж так не везет-то, а? Компьютер опять оказался в самом дальнем углу. Да блин. Надо копа убивать. Я выстрелил. Полицейский виноватый. Злые злобные башиши. Я выстрелил целую обойму из Томпсона и хоть бы хны. Не убил ни одного заложника. Ой, может ты таки нам помочь тебе или... Чем? Не-не-не, хотя... Ну давайте... Можно попробовать. Пусть один торчит у машины. Давайте я. А двое пойдут. Короче, туда. Суть в чем. Надо зайти в кабинет директора, там на доске написано имя. И найти комп с этим именем. И его хакнуть. Давай, Харима, ты бежишь в этот... В кабинет директора, смотришь имя, Ханк. Не. Ханк взламывает, ну а я тут торчу. Так, только надо сначала найти директора, отобрать у него ключ. Харима, беги в салон. Куда? Это такой лысый мужик. Салон. Так, где он? Ну к Ханку беги, давай. Кыш-кыш, давай, кыш-кыш-кыш. Слушай, лысого мужика нету, где он? Внизу. Нет, нет, это не он. Оп, у нас лишнее тело, надо было приват поставить. Черт, опять не успеваем. Ладно. Успеем. Успеем, если поможешь. План Б. Ладно. Так, Карен какая-то там, имя Карен, на этом должно быть на компьютере написано. Нет, нет, да ё-моё, опять нету. Франц. Опять на первом этаже, да что ж такое? Короче, к чёрту, больше не перезагружаюсь. Да ладно. Мне лично шлем Стига не слишком нужен. Это не тот, кстати. Вот он, правильный. Это? Да, вон, читай, имя написано. Карен какая-то там. Но мы же не успеем. Конечно, не успеем. Еще раз. Блин, чувствую, как этот в фильме «Грань будущего». Что не так? Что не так, перезагружаемся? Но мы же не стреляем себе в голову. Было прикольно. Как она его тренировала. Ногу сломал. Хуяк. Пристрелила. А, кстати, мангу не читали? По которой сделан фильм. А там еще и манга есть? Да, в основе фильма легла манга.
знал, что там... Жесткая такая, сошлененка, все такое. И в отличие от фильма, Good End нет. То есть всем пиздец? Ну, почти. Война все еще продолжалась. Ну. Ой, вот тут другое. А Игорь отпускать надо? Кто-нибудь скажите по голосовой почте Игорю, что нужно делать? Ладно, и беги, Хрима, я тут торчу. Кто сбил стекло? Игорь. Да, Игорь. А. Давай. Это Игорь винал. Вот олень. Ладно, я пошел ставить бомбы. Мой любимый занятие. Мэри, какой-то там... Какой нафиг помп? Мы же не успеем. Верно? Да. Мне же. Не, успеем, если я найду комп вовремя. Ё-моё, опять на первом этаже. Хрим, ты помогай тогда. Какую? Что? Комп искать. Я что именно? Во, сейчас, может, успеем. Так, последний C4. Главное, чтобы доехали вовремя. Так. 90 секунд там, даже мы не успеем. Все, я понесся. Какие 90 секунд? Нормально. 3 минуты. Нормально. Так, в общем, хватаем любую машину. Ну, я начну с первой красную, там дальше разберетесь. Где ключ? А ключи сейчас найдем. Пока взламывается, надо найти ключ. Здесь, вот на этом же месте. Тут же? Да. Да, я не знаю, этот Игорь будет тупить, нет? Ну, Игорь, давай сюда. Мы не успеем. Игорь, сюда. Блин, сейчас хватай сложает, ключ, то... прыгай в машину между нами и поехал. Вот он, виноват. Кто виноват. Че там долго взламываться будет, интересно? Что-то пахнет читером. Такой шлем не получить на 28 левеле. Я чую читеров. Давай. А что, нельзя взять помпу и взорвать дверь? У меня есть зубная щетка. Бронированная дверь. Ну все. Вот, блин, Вито нажал. Молодец. Че, взломалась, не взломалась? Давай, ты дурак. Сейчас почти. Чуть-чуть осталось. Так, я скажу. Все. Есть. Это не тот. Не тот компьютер. В смысле? Компьютер не тот. Все, мы проиграли. Да. Я даже не знаю, какую. Там на доске написано. Вот сейчас глянь на доску. Какой доске? Где доске? Вон, сейчас покажу. Которая? Я не вижу вас. Вот сюда заходите. Сюда? Блин, компьютер же правильно был. Или я не... Тут другой активировал компьютер. Ах, этот олень долбанный. Я его сейчас кикну точно. Он не тот компьютер активировал. Блин, да где ты? Вот. Да вот сюда. А, вот это? Видишь, написано имя, да. Роб. Короче, надо искать вот. Здесь написано имя. Потом и над компами остальные. Я все равно искать не буду, у меня не расплывчатые имена. Да. Отстой. Как ты вообще можешь эту миссию пройти один, а? Ну, я, во-первых, уберу запись, а во-вторых, поставлю настройки на это, на пошибче. Джеронимо! Я выпрыгнул с окна. Написано Мэри Шов, да? Ну, так каждый раз меняется по-разному. Да, каждый раз разное имя и компы в разных местах стоят. Так что давай, один бежит, короче, за это. За узнавать сейчас. Имя, второй или взломать. Да. Нет, идем сразу смотрим, но я прыгаю на первый этаж, а ты смотришь компы на втором этаже. А кто смотрит имя? Да оба глянем. Главное найти этого лысого, отобрать карточку, чтоб стекло не бить. Если стекло бить, то тревога сразу подымется. А так это можно использовать... Полицейских? Да ничего не будет, главное, чтобы никто стекло не разбил. Так, Игорь, действуем быстро, стекло не бить. Бежишь, короче говоря, смотришь комп. Нормально. С нужным именем, на первый, на второй этаж, как хочешь. Главное, нужно найти.
Че это было? Че он сказал, я не понял. Без понятия. Я сказал, вернись. А, плохо меня слышит. Напиши ему, Харим, я не знаю, где у меня этот чат. А, ты, кажется. Еще одну глушилку. Есть. А они что, слышат нас? Зовут Брэндон Мартинес. Харима, беги туда, ищи компьютер. Бендер Харимас. Блин. Брэндон Мартинес. Какая разница? Ищи, ищи, ищи. Иди. Да. Пойду. Давай, нашел, давай, все. Давай. Все, все, ничего не надо делать, нашел. Так, теперь там надо немножко пошуметь. А хотя уже не надо. Все, я жду около машины. Есть. Все, ставь. Так. 3 секунды. Есть, я побежал ставить. Так, и снова на второй этаж. Короче, сейчас беги, помнишь место, где ключи брали? Вот туда. Жди, когда откроется. Ну вот. Ну вам там работает? Да что работает, работает. Да я ставлю бомбу. Солнце еще высоко. Падлы. Работает. Нет. Всю грязную работу на меня смахивают. А как же мои права? Чё ты сказал? Права черного населения. Что этот нигил себе позволяет, а? Повторяю, у черных прав нет, так что работай. Давай, нет, иначе будет ты... Чё этот нигил себе позволяет, а? Что за фигня? Ладно, хватаем ключ, потом машины внизу и в образовавшийся взорванный проход. Ну и там дальше до финиша. Потом ставим машину в воде. В... Как их там называют? В ящики. Мусорные контейнеры. Короче, я черную беру, окей? Я не хотел. Какая из них черная? Ладно, пофиг. Хватаем какую-нибудь, ладно. Есть, давай! Есть. Чё? А, я чё? Чё, я пошёл, чао, все прощай, кудбай. Хватай ключ. Взял, мне Хрим опять мешает. Зелененькую возьму. Не понял. Всё, прощай. Чао. Нифига ты, учесал. Ух, поехали. Форсаж, детка. 2 минуты. Почему у меня машина вправо поворачивает сама по себе? Не знаю, у тебя джойстик не подключен. Нет. А, не, все нормально. Тогда не знаю. Вот, Игорь. Я перевернул Игоря. Нет, все нормально. Не успеваю. Немножко не успеваем. Паки, да? Почему не успеваем? Успеваем. Главное доехать. Нет, до конца миссии. Черт, ну, в смысле... 30 секунд осталось, чтобы получить ачивку. Зараза. Не понял! Не понял! Что это было? Это Игорь. Это был Игорь Хрима. Он у тебя врезался, да? Сёр. Иди, нитро. Да ё-моё. Ненавижу. Такой тачке должно быть нитро. Да что с это ламборджини, у них не бывает нитро. Ой, я перевернулся на крышу. Все, капец. И что делать? Давай, успеем. О, я перевернулся обратно. Давай. Короче, мы не сможем выполнить эту миссию на ачивку по ряду причин. И самое главное, я не умею водить машину. Я заметил. Я почти дал. Отлично. И вот победитель. Вот твоя награда. О, класс. Я... Блин. Не попал. Сейчас, погоди, кину еще одну. Да, я вот тут. Да ёпары, сэдэ, какие узкие здесь дороги. Вау, 30 секунд, какого лешего? 200 метров. Туда, вот, да ёпары, меня развернуло. Давай. А я еще предлагал в автосимуляторы поиграть по онлайну. Какой? Какой-нибудь. Что? 3 секунды. Всё. Ханг с дороги, я еду. Ух! Ты куда? Меня повернуло. Зараза.
Ладно, суть вот в чем. Придется кое-что другое сделать. Что? Харим, машина, а вам прыгать на второе место ко мне. Иначе мы не доедем. Доедем, можно еще раз попробовать. Я могу первым поехать, вы меня сзади подталкивали. Я тебя в кювет быстрее столкну и уеду нафиг. Точно пройдем. В этот раз я буду тормозить на поворотах. Иногда хотя бы. Вап, ты просто не умеешь водить машину. Я знаю, поэтому я люблю старые андеграунды, в которых нельзя их разбить. Я только что задними колесами удрился наехать на стену, вернуться на крышу. Ну, видел, как меня развернуло, когда я поворачивал вправо, в принципе. Я думал, предел мастерства это в этом, в первом грейде, перевернуться на крышу на ровной дороге. Класс. Кто это сделал? Не спрашивайте, вот с тобой был Игорь. Я его еще пристрелил, достал уже. Ну, у вас должно быть время. Да это Игорь виноват. Игорь распил стекло. Ну, у нас, в принципе, времени нету с моим вождением. Нашел нужный комп. Ну, сейчас времени должно хватить более или менее. А, чё, кто поставил? А, ты хрен. Так, погнали. Все, установили. Ну, хоть комп равиной. Да, кажется, если я не ошибся. Ну, смотри, там было написано ДДД, какой-то Дэвид. Что за фамилия идиотская? Можно я хотя бы вот эту машину заберу с собой? Какую? Вот эту красную Ламборджини маленькую. Бери. Мог бы. Ну, вон, я стекло разбил, хватай. Ну, разбил зубной щеткой. Ой, ну не мини-купер, но тоже зеленая хрень, можно с собой взять. Не, нельзя. Харима не града... Гранату? Да. Это был я? Гады. Кто сказал граната? Все, граната, везде. Тутеви Пуоно. Какой же нафиг Теви Пуоно? Начинается. Да и кто? Безумие. Скажите этому телу и ползти сюда, иначе я его точно упакую. Игорь, давай к нам. Сейчас откроется. Так. Так. Ты не видел, как вам? Я вожу. Чё? Здесь? Так, сейчас, вам, сейчас ко мне в машину прыгнешь, когда я залезу. Так неинтересно. Неинтересно так проигрывать каждый раз из-за тебя. Что из-за меня? Я отлично езжу. Ну. Как моя бабушка. Я пок на ПС. Какой еще нафиг? Need for Speed. Все, превращай идея. Кто там приехал третьим, а? Все, черная моя, забил. Сел? Секунду. Блин. Есть. Погнали. Е-ха! Блин, чего каждый раз падаю вот так, а? Эй! Вы что, вдвоём решили сесть? А? Да. Паки, да. Тебе ясно. Пройду налево. Давай, давай, езжай. Ты при. Бесполезная машина. 50. Ой, блядь. Хочешь её использовать? Ты что, выпрыгнул? Случайно. Давай бегом! Я бегу! Ой-ой, сзади кто-то всё, едет! Машину! Сядь, пульт-припас! А, сядь, блин! Да, блядь, я добегу! Сядь, машину! Сядь! Стой! Есть, поехали, всё. Поехали, поехали! На кой фиг нажал на кнопку? Я думал, кину C4. Харима налево! Налево, ядри твою! Что вы творите, двое балбесов? Направо. Я не могу.
Теперь налево. Что ты не можешь, давай уже. Направо, моги направо, хоть что-нибудь. Направо. Прям направо. У вас точно один мозг на двоих, что ли, а? Я ему говорю направо. Что это было вообще? Пап, ты идиот. Да ладно, я просто нажал не на ту кнопку. Видел бы, как я туплю в Heroes of the Storm. Ладно, я сам поеду. Ой. Ты уверен? Сейчас вроде было неплохо, пока не додумался выйти из машины. Ладно, хорошо, я сяду в это. Он не знал. Давай. Он не знал, по-моему, сказали же, я займу. Можно я возьму свой грузовик? Я на нем лучше доеду. Так, лысый, лысый, отдай ключ. Так, Карлсон Дэниелс какой-то. Ой, так, где его комп? Нет, нет, нет. Тоже нет. Да ямай, где он? Вот он. Сейчас очень даже успеваем. Блин, нормально. Ладно, я побежал ставить C4. Все как обычно. Как 5 раз до этого. Ладно, разбирайся. И дверь теперь находится на первом этаже. Возле мини-купера зеленого. Блин, а где розовый мини-купер? Нету тут такого. Не завезли. Харима, спускайся сюда, там ловить нечего. Иду я. Так. Ай. Я уже так, бегу. Что? Хорошо, что никто не попал под выстрел. Вот дверь. Угу. Пойду налево. Где налево? Кого? Я не знаю, я вообще-то на второй этаж, а тебе на первом. Ну, бывает, что ты забыл, о, что тут действует великий корейский рандом. Понятно. Хватит мастурбировать на них. Субару. Ты, кстати, вам. Ты просто сядь ханку и все, и сиди спокойно, ничего не делай. Ничего не нажимай, ничего не трогай, сиди и смотри. Хорошо. По времени, если ты не разговаривай. Ну хоть бардачок я открыть могу. Нет. Даже не стрелять. Даже в туалет не себя. Все. Валим, 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 валим. И я возьму зеленую. Хватайте следующую. Да блин, давай, открывайся. Ки-ха! Жалко, взорвать ничего нельзя по дороге. Ну кинь гранату, если тебе это поможет. У меня нет гранат. Блять! А, ну да. Покеда, лузер. Не маши столом перед лицом, не видно нифига. Хватит махать, действительно не видно. Это я махжу перед собой справа. Ух. Но я вижу его слева почему-то. О, фары. Вперед, свети, а не в глаза мне. Я свечу прямо. Блять, задел. Так. И там. Ты где там, далеко? Я еду, скоро приеду. Put the cookies down. Я надеюсь, на время успею. Налево, налево, давай, влево, влево.
Да ё-моё, влезай давай. Есть. Харима, Ади, Игорь. И не успели мы за 4 минуты, но миссию хотя бы закончим. Нет! Да, идеально. А, нет. Давай загони. Эй! Ходи влево. Сейчас я ее загоню, успокойся. А, блин. Все, все, все. Давай! Есть. Наконец-то. Если бы я вел машину, мы бы больше заработали. Да. Если бы ты вел машину, мы бы не прошли эту миссию. Откуда ты знаешь? Вам, иди праву срочно получай. А то бесполезный из тебя водитель. У меня хороший водитель. Там просто неудачно поставлена дорога. Не может быть такого. Знаешь, плохому танцору. Ну так я же не танцор, я водитель. Ну или водителю, какая разница. Ну и Харима, тебе конкретно такая матная вещь попалась. Чё, девайс попался. Ужас. Блин, я этот левел добью или нет, а? Который? 99-й. Все еще сотый не могу получить. Работа слишком мелкая. Ну давай потяжелее что-нибудь поставим. Ну вы же не выживете. Да ну. А вместе с вами и я. Мы сможем. Там, где не нужно иметь дело с техникой, мы пройдем. Погоди, думаю. Нет. О, автосалон на Deathwish. На 4 черепа. Ты уверен? Нет, спасибо. Уже нет. Давай. Не на ачивку, так просто. На этот раз веду я. Я пишу. За папа мы опять провалим. Ничего не провалим. Ну смотри у меня. Обижусь. Так. Во, вот это будет весело. Че все, снимаетесь? Нормально. Так, но нам надо это. Так, я буду техником. Наверное. Это жалко смерти, это тут. Это хуже Аверкила. Да ладно, бывает и хуже. Ну ладно. Главное, чтобы черный парень не пострадал, и все будет пучком. Ну, значит, ты пойдешь впереди. Если выживешь, то и мы выживем. Черный всегда погибает первым. Мы отступим. Ну да, вот и про то же говорим. Затем помрет Харима, потому что помирает следом смазливой девочки. Ну и, по крайней мере, смени маску. Может, тогда подольше проживешь. Так уж ищи. Не надо сумасшедшего. Такого. Что с твоим мозгом? Да. Башковитый парень. Так, что, готовы? Ага. Давай, да, я готов. Так. На всякий случай. Вот это. Это нам не надо. Ну, это Тульза я купил, конечно. Так. И все, в принципе. Ой. Так, в общем, я по-тихому двигаю вперед. Если начнется паника, ну, вы забегаете тогда. Скажи этому типу, чтоб стоял на месте. Харим, напиши ему сейчас. Что? Чтобы он стоял на месте. Чтобы Игорь стоял на месте. Ну... Думаю, поймет. Окей. Вот. Я готов, пошли. Да все готовы. Ебаный.
Ладно, Хан, вперед, удачи. Все. Ой, там менты, не хочу туда. Всё. Ой, он на меня смотрит. А на меня смотрит какой-то бородатый мужик. И лысый лопоухий. Мне тут тоже мало приятно. Я тут одна белая ворона. Белая, да? А чё, незаметно? Да не особо. Что вы там бегаете? Сидите тихо. Так, один сейф я нашел. Мент. Чё, на меня идет? Добавь к менту кока-колу, и он взорвется. Блин, он меня заметил. Умей. Все, мы начинаем? Не-не-не-не, он... Хорошо. И... Давай-то уже. Так, один упакованный труп есть. Так, на пейджер надо отвечать несколько раз, наверное. А один из... Глупость, конечно. Почему сразу звонит ему на пейджер? Не знаю. А меня вообще слышно? Класс. У меня отрубился скайп. И потеряно соединение с сервером.